Для того, чтобы нам поймать и покрасить гуся или гусыню, нам нужно их поймать. Бык выходит. Вон он, видишь, что делает? Угу. Вот так он благополучно выйдет на улицу. Привет, мальчиган. Так, вон они все идут. Стойка. Гусики, гусики, гусики. Гусики. Ну вот, вот, они заходить хотят уже домой. Но мы им не дадим. Да гусыня была, мама. Да гусыня. Да не убегай, ты что? Да я испугалась просто, она один раз меня укусила. Сегодня была серьезная ситуация утром. Пришел соседский табун гусей. И наша гусыня вступила в драку, представляешь? И ей чужой гусак натрескал так, что мало не покажется. Если вы хотите это видео, то пишите в комментариях «да» или ставьте плюсик, и я вам его покажу. Так, ну что? Я вижу, с чем он там перышком. Видишь? Да. Не, так не метят. Не, надо ловить и красить. И же он розовенький стал. Типа что? Иди сюда, тихо. Не бойся, не бойся, не резать. Не резать, не бойся, не бойся. Не бойся. Так, давай, вот так, голову держи. Держу. Красавчик, да? Да. Иди. Наш гусак розовый. Вот оно. Вот он, парень. Еще гусы надо покрасить. Красить будем таким же способом. Но надо там. Здесь они не подойдут.